неисправные устройства. Ну, так Азирам видят окружающий мир. Поели с нами, а когда убедились, что все это нельзя объяснить, ушли с северным светом. Не против, если я осмотрюсь? Говори, торгуй, слушай. Все, что хочешь. Здесь тебе не причинят вреда. Значит, это не Банук сделали. Просто в этом месте есть что-то особенное. Они не понимают, что именно. Но, может, Визор мне подскажет? Надо найти несколько машин. Заслужить расположение духов. Честь твоему верану. Вот он, сигнал. И его источник на вершине горы. Надо выяснить, что это. В землях Банук более суровы. Я столько времени охотилась на машины, что мне не по себе в месте, где они смирные. Снег кусается. Это тропа, по которой Банук ходит на гору и вниз. Я лучший охотник в моем Вираке. И эту честь у меня никто не отнимет. Коршуны просто ждут. Ну что ж, это хороший знак. Тут недавно кто-то побывал. Это что, голоса? Набить! Как вы можете нас здесь бросить? Тебя Вилгунд прислал. Значит, и совесть можно купить. Не слушай его, девочка! Ты должна остановить наших там, наверху! Мы забрались сюда. Нашли какое-то древнее устройство. Ясно как день, что это оно влияет на машины. А они, болваны, решили отнести его в смоляной утес на торги. Но оно и так повреждено, как будто свалилось с неба. Мы говорили им, чтобы они его не откапывали. Без него ведь всех в этом лагере перебьют. Я их остановлю. А вы убирайтесь отсюда. Вы уже и так наломали дров. Ну, с этим не поспоришь. Веревку отпустили. Что вы сделали? А ты кто? Ты явно не Банук. Опоздала. Дайте посмотрю. Постой, постой! Это наша добыча. Мы нашли. Хочешь эту штуку? А сколько за нее дашь? Даже не знаю.
Это была твоя идея. Сам начал, сам и заканчивай. Ладно. Может, это и лом, но и у лома есть цена. Ну, сколько ты за нее дашь? Она подороже твоей жизни. Хочешь поторговаться? А, ладно. Зачем только тут с тобой пятки морозил? Они все испортили. Катастрофическая неисправность. Это было очень давно. И все это время сигнал медленно затухал. Это от Гей Прайм. Часть ее еще была жива. Была. Нужно вернуться в лагерь, пока машины его не разгромили. Нет, уже началось. Я охотюсь. Машины разозлились. Не приближайтесь. Охотники, защищайте лагерь. Делайте, рычи, что должно. Я тебя не боюсь. Тикут радовался. Вот и кончился покой. Это было... Теперь он сильно огорчится. Я торчу здесь уже целую вечность. Нора, ты знала, что нас постигнет эта перемена? Нет, не знала. Но я знаю, что мир меняется постоянно. На сей раз виноваты чужаки. Те Азирам думали... Азирам не думают. Не желают постичь равновесие между нами. Между человеком и машиной. Голубое сияние пропало. У нас осталось много песен... Но большинство из них скорбны. Что теперь? Вы вернетесь домой? Когда мы учим наших детей ходить по льду, мы говорим. Сначала ставишь одну ногу, затем другую. Может, однажды нам и откроются тайны машин. Теперь я знаю. Этот день наступит, Тикук. И снова будет мир. Если я уйду, это вообще кто-нибудь заметит? Из этого можно сделать зелье.
могу заснуть ни на секунду. Купил кровать у Карфа. А она мягкая, как они сами. Что меня бесит в Доме Солнца, так это их украшенница. Просто стыд и позор. Меня о помощи не проси. Моя задача — охранять. Я в политику не лезу. Клянусь солнцем, когда закончу с этим все... Неужели мы отдадим Дервала на суд Азиран? Они же просто дадут ему по рукам. Какое странное время мы живем. Король Солнца обязан жизни чужаку. Эй, дюжи приключенцы! Желательно без друзей и род... Странница! Не хочешь зара... Стой! Я тебя уже видел! Ты вернулась! Ха-ха! Какие вести? Недешевые. Ну, этого я и боялся. Смирные машины. Мне трудно объяснить, но их усмирял один сигнал. А твои люди все испортили. Дурное дело я себе выбрал. Надо было оружием торговать. Вот это прибыльно. На, держи. Половина моей платы тем олухам. Половина? Я сделала работу. И что там было? Якобы мне хватит на платье. Что ты хочешь? Шелков? Эх, вечно бабы норовят в кошель влезть.